Итак, всем привет, с вами Джим Рейнер. В общем, сидел я себе бездельничал, хотел монтировать, собственно, вместо этого играл в тундру немножко. И тут очередной бой, ну я уже хотел заканчивать, думаю, ну напоследок чуть-чуть на Ту-14 полетаю вяленько. Указываю на карту, на центральную точку, лечу себе, то есть весь такой охеренен. Параллельно с этим хуйней страдаю. То есть. Так, а ну-ка. А, это и есть вид от меня. И. Так, и в этот момент, вот именно сейчас. Вот. Вот сейчас. У меня включается Steam поверх экрана. Я такой, еб твою мать. Наклоняюсь. Опять, блин, друзья включили. Такой третий раз, все, сбросил. На третьей херне сбросил. И тут я такой смотрю, а что делает тут этот самый бобёр союзный? И я вижу то, что эта хуемразь взяла и разбомбила базу, которую я пометил. И причем не просто разбомбила, а не добила. Хотя, по идее, за добивание больше дают. Но я не уверен. А, не, если кто-то добивает твою базу, то тебе засчитывает очки за, типа, база уничтожена при твоей поддержке. То есть тебе дают еще дополнительные очки за то, что она уничтожилась. То есть он сэкономил, так сказать, бомбу, потому что там на добивание полбомбы нужно. Я ему такой пишу. То есть, как все надо. Гондон, ты зачем мою базу разбомбил, после того, как я сброс сделал? Я, блядь, не указывал на высоких рангах, вот на максимальном ранге, на реактивниках. Бобры, так сказать, помечают, кто на какую базу летит. Потому что у всех взрывчатки на полное уничтожение базы. У этого, блин, на две базы. Ну, почти на две. Лечу, думаю, нет, сука, я думаю, я тебя убью. Тебе не выжить. То есть, похер на компенсацию, я, блядь, тебя задолблю. Он там F80 в альтабе был, ждал боя. Тут я вижу, на меня какой-то гондон лезет. Пытаюсь его перестрелять. Ну, блин. Чуть-чуть херово я показал на ускорение, но я прошелся постоянно мимо, и на конце, когда он уже проскочил вниз, я дал ему плюху куда-то в крыло и попал все-таки. Тут просто на ускорение нужно смотреть, потому что... Ну, понятно почему. И в итоге посадка. Он садится потихонечку, потихонечку, потихонечку. Я приглядываюсь на него, Думаю, как бы лучше по нему долбануть. Думал от прицела, но понял, что это плохая идея с советскими этими прицелами. Расстреливаю к хуям. Беру набор, мне там минус 16 тысяч что-то дало. Но, блин, зато я сам выжил, и мне не нужно ремонтироваться 10 тысяч. И, собственно, в этот момент убивают всех врагов. Я успеваю по-быстренькому зайти в переводчик и написать, типа, за разбомбленную мою базу. Вот так нахуй, нехер, блядь, бомбить мои базы. Такое и раньше случалось, только я не помню, кто это делал. Кто же это делал? Не помню. Но было такое, было.